Безмежно рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймання». І незмінно у цей час о 15:15 ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймання. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч» пан Сергій Башлаков. Пане Сергію, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день, дорогі київляні. Так, шановні глядачі, прошу, 223-09-71, незмінно нагадаю вам номер телефону прямого ефіру. І, звісно, хочу одразу зорієнтувати питання, з яких ми будемо чекати ваших телефонних дзвінків. Будьте уважні, пан Сергій Башлаков, він дійсно є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Однак також він опікується декількома районами столиці. Ми обов'язково будемо сьогодні говорити, від вас чекаємо запитань з приводу Дарницького району. Але однак, окрім того, так було розподілено на фракції, можна так сказати, як ми говоримо зазвичай про це, що пан Сергій також опікується Подільським районом столиці. Тому, будь ласка, будьте уважні, жителі Подільського району, ви також можете сьогодні активно долучатися до нашої розмови, ми будемо раді почути ваші запитання. Однак, загалом, питання бізнесу та питання підприємства у столиці ви також можете ставити, тому що якраз на цьому будемо робити сьогодні акцент. І, будь ласка, 223-09-71, вже чекаємо всіх ваших профільних запитань на цю тему. Пане Сергію, незмінно ми на початку нагадаємо, де знаходиться ваша депутатська приймальня, куди до вас можна звертатися? Ну, поскольку вже пошел разговор о том, Дарница, Подол или еще какой-то другой. Зорієнтуйте нас. Да, я бы хотел опять всем напомнить, что у нас выборы не были мажоритарные, у нас выборы были пропорциональные, и вы голосовали за ту или иную политическую силу, которая сейчас пропорционально тем голосам, которые получили на выборах, представлена в Киевсовете. Соответственно, наша политическая сила «Самопоміч» имеет 22 мандата. И эти мандаты, если уже брать там те округа, которыми мы были все прикреплены, они распределены неравномерно по Киеву. Ну, к примеру, там в Дарнице «Самопоміч» получила аж 8 мандатов. Так. И, соответственно, к примеру, там на Троещине мы не получили вообще ни одного мандата. Но мы есть депутаты Киевсовета, то есть это депутаты для всех киевлян. Так. Мы не ограничиваемся теми округами, там, которыми мы были прикреплены. И на собрании фракции было решено распределить нас пропорционально по всем районам. Ну, соответственно, получилось по 2 депутата на район. Дарница, поскольку нас там больше всех, там 3 депутата. Я по этому распределению попал на Подольский район. В каждом районе у нас открыты депутатские приймальные. Депутатская приймальня на Подоле находится на улице Волосской, 50/38. Вход со двора, там есть таблички. Можно сразу найти. Да, то есть найти не проблема. Все это открыто каждый день. И есть там дежурный сотрудник, есть там юрист, который регулярно проводит юридическую консультацию. Есть там мои помощники. А вы особистый проем сколько приблизно разів там на тиждень, на месяц проводите? Как правило, прием один раз в неделю. Но, опять же, делается это все по необходимости. То есть людей принимают каждый день, и когда набирается какое-то количество обращений, там, где нужен депутат, так, соответственно, назначается время, я туда приезжаю, мы общаемся. Так, але приблизно раз на тиждень у вас є особистий прийом, правильно? Раз на тиждень, да. Так, дуже дякую. Прошу, бачите, таке роз'яснення. Тобто сьогодні, власне, ми будемо чекати з Подільського району якраз дзвінків, не дивлячись на вибір, на те, що ми там звикли якось по округам орієнтуватися. Однак, і не тільки Подільський район, насправді, тому що будь-які запитання, які будуть з міста Києва, саме пов'язані з підприємництвом та бізнесом, будь ласка, будьте активні і долучайтеся. Дуже чекаємо ваших запитань на цю тему. Отже, пане Сергію, ну, мені чомусь хотілося розпочати з вами розмову
цікаво з приводу того, що от ви там, як представник бізнесу типовий, можете розказати про співпрацю Київради і взагалі підприємців. Однак, ні, вже майже рік в столиці обговорюється новий порядок розміщення інформаційних вивісок. І ще, ну, мені здається, що навіть ось у цей період минулого року вже починалися такі розмови. Ви є одним з співавторів цього порядку, який от спочатку був узгоджений, потім затверджений на комісії, якимось чином далі продовжується обговорюватися. Розкажіть, які принципові положення відрізняють ось цей порядок, який зараз розроблюється і обговорюється, від того, який існує зараз у місті? Ну, порядок розміщення вивісок – це той вопрос, який я, як депутат, вийшовший із підприємницької середи, ну, першим ділом задав вопрос людям, з которыми я работал. Так-так. А что бы вы, какие вопросы вы видите первоочередными, которые надо провести в Киевсовете, чтобы как-то улучшить климат, чтобы как-то облегчить работу предпринимателей? Ну, это достаточно такая сутя. И мне набросали там достаточно много вопросов. Я когда их посмотрел, ну, где-то там 90% это все касалось Верховной Рады, потому что, к сожалению, у нас государство унитарное и регулируется почти все национальным законодательством. Но как раз вот этот пункт по вывескам, он очень четко ложился в компетенцию Киевсовета. И я могу сказать по опыту, больше 20 лет я занимаюсь розницей. У меня достаточно много объектов розничной торговли, и постоянно мы сталкиваемся с этим вопросом вывесок. И даже моя фирма, достаточно солидная структура, не может спокойно оформить вывеску на сегодняшний момент. Почему? Потому что порядок, который сейчас существует, он настолько сложный, многоходовый. Ну, в трех словах я могу описать. Вот если, значит, вы собираетесь что-то открыть, так, не знаю, там, парикмахерскую, пропустим, магазин, кафе, там, все что угодно. Ну, безусловно, вам надо какая-то вывеска, да, чтобы вас нашел клиент. Без этого вы работать просто не можете. На сегодняшний день нужно вам получить паспорт вывески. Коим образом это все получается? Значит, вы пишете заявление в соответствующий отдел департамента. Отправляйте туда это заявление, они его принимают и выдают вам, ну, что-то типа тех условий на эту вывеску. Да? То есть вот какой она должна быть, да, куда она должна крепиться, ну и так далее. Вы, получив эти тех условия, ну или сами, или привлекаете подрядчика, уже разрабатываете проект самой вывески. Так, самостоятельно, помню. Да. То есть делается этот проект, привязывается к конкретному месту, к конкретному дому. И оформленная вот эта уже, можно сказать так, проектная документация подается опять уже. Знову ж таки, уже оновлена повністю інформація, так? Да, вся эта информация опять идет в следующий отдел. Там это все принимают, проверяют. Соответствует, не соответствует, а подходит, не подходит. З чим перевіряти ось це співпадіння чи не співпадіння? Тому що ну, людина ж може яким чином завгодно цю вивіску собі придумати. А чи є взагалі правила того там, по розмірам, як регулюватися чи не регулюватися? Зараз я це розповідаю. Тобто, виходить, за счет вот этой трьохходовки, да? Вы же понимаете, что у нас чиновник, он не бросает все свои дела и тут же отвечает предпринимателю. Пришла заява, вот, пожалуйста. Это было какие-то часы. То есть вы еще месяц подождете, пока вам ответят. Да? Потом вы этот проект дадите, вам еще подождете какое-то время, пока ответят. Потом вам ответили, все окей, совпадает. Вы уже в департамент отдаете весь пакет документов и опять ждете какое-то время, когда вам ответят и выдадут этот паспорт. По практике это занимает полгода. Півроку. Ну, понимаете, полгода – это все, ни один бизнес-проект, он, в принципе, выдержать не может. Да? Ну, вы же не можете полгода ждать, не открывать магазин. Ну, соответственно, это здесь тут же сразу включаются какие-то механизмы. Какие зазвычай? Ну, на свой страх и риск. Тобто... Вешаются вывески, да? Их срезают. Или договариваются, чтобы не срезали их. Ну, начинается вся вот эта тягомотина. То есть, в принципе, от этого никому хорошо нету.
какие-то люди что-то с этого имеют. И... Тобто правильно розумію, що наразі просто проблема в тому, що навіть у бізнесу, у підприємців немає конкретних чітких правил гри, якщо ми говоримо про рекламу і про інформаційні вивіски. Ну, давайте розділимо рекламу і інформаційну вивіску. Так, ну говоримо, да? Про інформаційні вивіски. З рекламою більше все определено, а інформаційні вивіски – це імається в виду все, що до 3 квадратних метрів. Это считается информационная вывеска. Что свыше 3 квадратных метров, это уже считается наружная реклама. Это уже идет, ну, соответственно, по другим регуляторным актам. Так, так. Опять возвращаемся к вывескам. Когда мы проанализировали с юристами самопомощи, мы пришли к такому выводу, который нас поразил. Оказывается, наше украинское законодательство, оно вообще не требует никаких разрешений для вывесок. Взагалі немає закона для цього. Нет в законе требования каких-то разрешений. И получается, что вот все эти паспорта, дозвола, которые требуют, а причем это не только в Киеве, есть порядок размещения вывески в каждом городе. И везде сейчас требуют какие-то разрешения. Это все незаконно, на самом деле. Так. Да, и мы живем вот энное количество час. Лет, да, и так и работаем. Поэтому, ну так, чтобы уже описать то, что предлагается. Так, да? Так, до чего вы дошли, до какого выставки? Я уже подхожу к тому, какой будет порядок, который сейчас проходит все необходимые процедуры в Киев в Совете, да, который был мной разработан. Значит, там есть два аспекта. Есть аспект, я бы так назвал, оформительский и аспект там эстетики, да, вывеска. Так. Значит, оформительский, это вот на сегодняшний день он разрешительный. То есть я так вкратце описал схему, как она работает на сейчас. То есть вы должны получить паспорт. То, что я предлагаю, это будет так называемый уведомительный принцип размещение вывески. Пожалуйста, если у вас есть основание вешать вывеску, а основание вешать вывеску, это все очень просто. Либо это ваше помещение, либо вы взяли в аренду, да, ну так, и в этом, соответственно, что-то собираетесь открывать. То есть это уже причины. Вы имеете на это помещение какие-то основания, которые там перечислены. Вы уведомляете соответствующий департамент госадминистрации и спокойненько себе вешаете вывеску в соответствии с вот этим порядком, который тобто сейчас предлагается. Только просто поведомляете про это. Да. И этого достаточно. В порядке четко прописывается, какая должна быть вывеска, где она может быть размещена. Есть понятие исторической части. Исторический ореол, так. И для этой части города более жесткие правила. Ну, так, опять, чтобы объяснить схематично и понятно, если по закону вывеска – это все, что до 3 квадратных метров, то для исторической части еще вводится еще дополнительное ограничение. Это каждый элемент не должен быть больше, чем половина квадратного метра. Что это значит? Зачем это? Да? Так, так. Если сравнить, например, наши киевские вывески и львовские вывески. Я честно скажу, эстетическую часть мы так подсмотрели у Львова. Даже там мои магазины, которые во Львове и в Киеве, то они получаются с разными вывесками. В Киеве это что? Это плоскость, на которой идет надпись какая-то соответствующая. Так. Да? Во Львове этой плоскости нету, поскольку есть ограничения на каждый элемент. И надпись сделана объемными буквами, которые просто вырезаются и крепятся к фасаду. Так. Соответственно, когда плоскость, вы закрываете гораздо большую часть фасада. И, видно, колер відповідний, так. И второе, конечно, все заинтересованы сделать это как можно ярче, чтобы это было заметнее. Так. Ну, а само здание, оно получается... Ну, закрывается больше полностью. Закрывается и больше отвлекается, да, там, от
Изначального фасада здания. Так. Потом там есть ограничения на всякие световые эффекты, моргание. Ну, имеется в виду для исторической части. Але це все буде дозволено, якщо говоримо про спальні, наприклад, райони Києва? Да, там эти ограничения, которые за пределами исторической части. Ну, речь идет о чем? Речь идет о том, чтобы вывеска минимально уродовала, наверное, это слишком громкое слово. Ну, вы маєте на него право, якщо так вважаєте. Минимально портила исторические фасады, исторические здания, ну, которые должны остаться и для жителей Києва, и для туристов, которые приезжают в Київ. Так, пане Сергію, тут я вас хочу зауважити. Річ в тому, що от ви зазначили дійсно, що навіть і на прикладі вашого власного бізнесу, що вже ці вивіски, вони існують, і вже так складається, що у нас деякі вулиці міста, припустимо, там у центрі, ми бачимо, що вони повністю закривають ось ці історичні будівлі. І ці договори, вони були підписані не на один рік, а на дуже велику кількість часу. Коли буде впроваджений цей порядок розміщення? Цей порядок розміщення інформаційних вивісок. Яким чином ви будете узгоджувати це питання з бізнесом, які вже до цього мали якісь гарантії, які вже до цього були якісь домовленості, які вже зробили це і вклали кошти? Ну, хороший вопрос. Ну, взагалі, самая большая проблема нашей страны, я считаю, это то, что у нас власть безответственна. И у нас чаще всего получается власть, когда что-то там новое придумает, да? Она абсолютно забывает, а что было раньше, что было до того. И, безусловно, там предлагается переходной период. Переходной период там до года предлагается. Ну, в ограниченном режиме. В продовж цього року вони мають поміняти вивіску будуть? Чи? Имеется в виду, что если в течение года, да, те, кто имел оформленные паспорта на вывеске, да, в течение года... Если эти паспорта действительные, окей, никаких нет вопросов, они остаются в том виде, в котором были. Если есть добровольное желание, да, он может поменять там на новый вид. Але якщо немає, то може і не міняти. Да, в течение года это законное его право, он получил, он оформил. Здесь же ситуация в чем? В том порядке, который существует сейчас, проект этой вывески ему утверждал, и тех задания давали городские власти. И предприниматель не вешал там то, что хотел, он вешал то, что ему утвердили, то, что ему, да, то, что ему разрешили. У него вариантов-то других не было. Так. И поэтому там говорит, что все, дружище, извини, мы сейчас вот ну, выходит, решили что так, делать вот я про это мову веду. Нет, так, поэтому введен вот этот переходной период. Чтобы предприниматель... Ну, как правило, то есть мы посмотрели... ну, можно так сказать, статистику, да, то вот этого года его с головой хватает, чтобы все эти паспорта, которые были выданы, они уже закончились. Они все срочные. То есть там они, их бессрочных нет. Тобто впродовж року це дійсно вже буде всі ось ці дозволи завершені, і вже наступний дозвіл буде базуватися на новому порядку, правильно? І я ще хочу сказати, здесь для предпринимателя это не проблема. Сделать вывеску и повесить. Ну да, это деньги, это расходы, но на сегодняшний день самая большая проблема – это разрешиловка, это получить разрешение. Это то, что у тебя нет разрешения, к тебе приезжают, их срезают, потом они куда-то уезжают. И я еще здесь должен такое сказать. Так. Я предполагал, что, ну, наверное, самое большое сопротивление будет идти со стороны горадминистрации, конкретно там Киеврекламы. И был крайне удивлен, когда, ну, у нас там были совещания, мы это все презентовали, рассказывали, показывали, и нас просто все поддержали. Так. Началось это все с Киеврекламы, Киевгородадміністрація, и я... Ну, тобто, здесь я був удивлен. В тому, що це дійсно було. Ну, насправді, я ж хочу зазначити, що це ще минулого року, от приблизно у цей період часу, ще вже починали говорити про це, і, власне, дивлячись на те, що потім були вибори, все одно ця думка залишилася, і всі ще тоді розуміли, що це слід робити, тому що далі так продовжуватися просто не може. У нас є запитання до вас, давайте послухаємо. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Я би хотіла задати вопрос... депутату, как заместителю комитета. Скажите, пожалуйста, вот я вообще не против торговли мелкого и среднего бизнеса, но тут должен быть баланс интересов.
Каким образом регламентируются нормативы, когда в жилом доме, который предназначен для жилья, открываются продуктовые и другие магазины? Ведь у нас электросети еще 70-х годов, это раз. Я понимаю, это не учитывается. Идет огромная нагрузка на все остальные коммуникации. Как я понимаю, мнение жильцов тоже не учитывается. Это все провалы в нормативах и во всех разрешительных документах. В итоге страдают жильцы дома и окружающая территория. Угу. Торговля должна быть торговля в соответствующих помещениях, а жилье должно быть в соответствующих помещениях. И вообще торговые точки должны быть соответственно оснащены всеми санитарными нормами. Я хочу уточнить, чтобы вы уточнили, какие нормативы учитываются при открытии торговых точек в жилых помещениях, в жилых домах. Дуже дякуємо. Дякуємо за ваш дзвінок. Я ще раз хочу нагадати, ми говоримо сьогодні про питання підприємництва у столиці. Долучайтеся далі активно. І, звичайно, Подільський район, якщо у вас будуть якісь запитання, ми також будемо раді їх почути. Прошу, пане Сергію, ваш коментар. Начну, може, більш широко, да? По работе комиссии больше всего времени и больше всего сил расходуются на различные вопросы, связанные с тимчасовыми спорудами, да? МАФами. Если хотите мое мнение, это, конечно, наша беда. Почему? Потому что МАФы – это все-таки, наверное, спутники бедного общества. Это чем больше тимчасовых споруд, тем более нищее общество. Ну, можно погодиться. Теперь, если переходить к торговым предприятиям, закладам, да, которые находятся в житловых будинках. На сегодняшний день я сам с удивлением для себя осознал, что крайне вообще упрощена система открытия магазина как такового. Угу. Я даже больше скажу, почему я столкнулся, например, с вопросом незаконного строительства на том же Подоле, когда просто методом самозахвата, оформляя вроде бы как реставрацию дома там, площадью X, так. Строится площадью Y, которая там пятно застройки в 10 раз больше становится по площади. И все это никакие городские службы не могут остановить. Потому что фактично нема механизмов, правильно? Не совсем так. Мы же все понимаем, что когда надо, все останавливается. А когда есть какой-то интерес там с той стороны, то все становится каким-нибудь беспорадным. Угу. И вот по одному из таких объектов мне активисты приходят и говорят, вы знаете, они уже магазин открыли там даже. Как могли магазин открыть? Еще нету ни ввода в эксплуатацию объекта, нету документарно юридического фундамента. Нету, в принципе, этого помещения. Как же? Давай выяснять, какой сейчас порядок. Я немножко отстал там. Раньше сам занимался этим. Раньше все было сложнее, правильно? Раньше было, да, намного жестче. То есть надо было правоустанавливающие документы на недвижимость, надо было там и разрешение там, и от пожарников, и от санстанции. То есть вообще от райадминистрации надо было свидетельство на торговую точку. Сейчас этого ничего не надо, оказывается. Сейчас просто идут, получают в налоговой, регистрируют кассовый аппарат, все, пожалуйста, работает. А от якщо така ситуація виходить, зважаючи на те, що ваш коментар такий, що досить проста ця процедура, якщо це дійсно фактично заважає жителям нормально проживати у своєму власному будинку, як ви вважаєте, що їм слід робити в такому випадку? Куди звертатися? Звісно, в першу чергу у нас повинна працювати правоохоронна система. Тобто, якщо щось незаконно, если что-то нарушает общественный порядок, если что-то нарушает права людей, должна правоохранительная система отрабатывать. К сожалению, на сегодняшний день
она не отрабатывает. То есть все-таки это питание про она не отрабатывает, и некоторые такие вопросы и к нам на комиссию попадали. Угу. Ну, опять же, это активные жильцы, это же надо усилия определенные. Но люди не знают же, до кого звертаться, до депутатов. Я же говорю, это нужны определенные усилия, да, это надо написать какое-то заявление, надо собрать какую-то инициативную группу, да, это надо, ну, эти, так скажем, проталкивать эти решения как-то, ну, потому что оно же само по себе никак не будет. Ну, мы рассматривали там несколько вопросов по как раз магазинам, которые, они даже не переделаны жилой фонд, да, а, ну, просто по первому этажу жилого здания, там, магазин предполагался, ну, там, к примеру, магазин там по торговле мясом. Специфический магазин, поскольку он там предполагает и холодильное оборудование какое-то, и там какая-то обработка мяса шла, и там кондиционеры работали, и там что-то дело, шум, да, там экспертизы проводили. Ну, в общем-то, и наша комиссия тоже такими вопросами иногда занимается. Но это, конечно, ненормально. То есть в нормальной стране этим всем должна заниматься правоохранительная судебная система. А вы на комиссии до каких висновків приходили с проводу таких магазинов? Ну, по-разному. Это же каждый случай индивидуальный. Индивидуальный, конечно. Каждый случай индивидуальный. И, ну, знаете, оно же в жизни иногда бывает, как у нас. У нас есть активисты и есть активисты профессиональные. Ну, это я так в скобочках активисты, да. Ну, есть люди, которые там пытаются зарабатывать на чем угодно. Начиная, например, там целая когорта есть людей, которые, используя закон о защите прав потребителей, да, выдвигают какие-то иски различным, так, либо торговым, либо производственным предприятиям. Ну, тобто ви ці всі питання дійсно розглядати детально і дивитися, чи є там конечно, дійсно проблеми. Конечно. Так, пане Сергію, дякую вам дуже. І дякую за те, що ви зателефонували з такою проблемою, тому що насправді от досить важливе питання, особливо з приводу того, що заважають комунікаціям. От бачите, є навіть можливість до комісії звернутися з профільною заявою, якщо у вас є дійсно підтримка жителів, можливо, і вдасться вам якимось чином повпливати на такого підприємця. Ну, я би ще так. От особливо, наприклад, те, що мене роздражає, когда вот в домах делают, ну, так скажем, магазинчики, тире-кафе, а работают, ну, грубо говоря, наливайки. Так. И, ну, это прямой вопрос правоохранителей. Ну, потому что там, помимо того, что нарушается общественный порядок, нарушаются права там граждан, которые там живут, это еще рассадник различных криминогенных вещей. Так, неблагополучных верст населения. И все об этом знают, и все. Не работает. Так, дякую дуже. Ну, дійсно, ми неодноразово з депутатами говоримо про те, що поліцію можна викликати, можна не викликати, але все одно потім потрібно щось зробити, якось діяти. Прошу, 223-0971, ми далі говоримо про підприємство, а також про Подільський район столиці, обов'язково сьогодні будемо говорити. Якраз я зараз, пане Сергію, вам хочу поставити питання з приводу ось цього вашого району, яким ви опікуєтеся. На початку липня була створена комісія, яка має перевіряти стан пам'яток архітектури. Ця комісія була створена на базі постійної комісії з питань культури. І, звичайно, до неї, до перевірки таких будівель також мали входити історичні будівлі, які знаходяться у Подільському районі. Розкажіть, чи була перевірена хоч одна будівля історична у Подільському районі? І взагалі, яким чином зараз відбувається процес ось цієї такої, ну, не можу сказати навіть руйнації, взагалі життя історичних пам'яток, які знаходяться на Подолі? Прошу. Ну, опять же, я не хотел бы ограничиваться одним Подолом, потому что, ну, это проблема общая. Але просто такая наибольшая концентрация, разумеется, находится. Ну, Подол – это один из исторических частей города. Да? Ну, первое, я не сторонник того, чтобы город вообще никак не менялся. То есть город, ну, он не может сейчас выглядеть таким, каким был там 200 лет назад. Потом второй момент. У нас достаточно часто вот этот статус исторического памятника присваивался
зданиям, которые вообще не имели ничего общего с историческими памятниками. Архитектуры, так. А делалось это для чего? Ну, есть существующая, так скажем, структура чиновничья, которая занимается защитой. Uh-huh. А, значит, чем, ну, как, чем больше ты охраняешь, да, тем больше ты имеешь возможностей. Uh-huh. И это очень активно использовалось для того, чтобы с потенциальных, там, я не знаю, строителей, хозяев там, и так далее, ну, которые там чего-то хотят реставрировать, сделать и так далее, вот использовать этот статус для того, чтобы что-то иметь. Да. Это первый момент. Второй момент. Есть у нас исторические здания. Ну, вот, к примеру, там такое здание Бессарабский рынок. Да? Наверное, так. Все киевляне знают это здание. Так. Вот это реально историческое здание, это реальный памятник исторический. Угу. И в этом проблема этого здания. Получается, на сегодняшний день, с ним ничего нельзя сделать, ну, в, так скажем, той законодательной базе, которая есть. Взагалі не можна чіпати його ніяким чином і реставрувати. Вот его как-то можно только реставрировать. Угу. Как-то можно только реставрировать. А, при этом возникает вопрос. Значит, на сегодняшний день там порядка прибыли Бессарабского рынка, угу. Ну, что-то там порядка 1,5 миллиона вот, за прошлый год гривен, угу. Естественно. Ну, вы понимаете, для такого здания, такого объема, да, такой площади, если вы просто, ну, там, тупо сдадите в аренду... То и, можно было бы действительно выкористовувати больше. А, это будут другие еще. Деньги. Но здесь еще проблема в чем? Там есть момент полуаварийного состояния кровли. Угу. И... Я сейчас, чтобы не соврать, но это уже там идет на десятки миллионов гривен. Ремонт. Необходимые средства для ремонта этой кровли. Угу. И вот получается такая патовая ситуация для города. С одной стороны, город имеет этот актив. Он там, с другой стороны, приносит какой-то очень маленький доход. Угу. И для того, чтобы этот актив не разрушился, не случилось никакой аварии, ничего, надо великий эти деньги вложить. Да? А предложить какие-то инвестиционные условия законодательство очень сильно ограничивает. Саме через те, що це є пам'ятником архітектури. Да, да. Так, пане Сергію, ми тут з вами перериваємося, тому що є до вас запитання. Добрий день, слухаємо. Добрий день. Добрий день. Извините, якщо вам не понравиться мій вопрос. Но я хочу, вот я слушаю вас, вы такой мягкотелый, что быть председателем комиссии и кому-то что-то запретить или помочь продвинуться вперед по каким-то вопросам. Мне кажется, что вас можно уговорить за 5 минут, особенно с этими ребятами, которыми 1000 слов в минуту. Поэтому какие такие вопросы вы сумели на своей комиссии решить, которые действительно улучшили... Либо для тех жителей, в домах которых построены магазины, либо вообще помогли действительно украсить город за счет той же рекламы или размещения какого-то торгующей организации. Дякуємо дуже за ваш дзвінок. Дякуємо дуже за те, що зателефонували. От якби ви слідкували за тією розмовою, яку я сьогодні вела, от ви почули би, що я говорила про те, що порядок розміщення вивісок інформаційних, він розробляється, затверджується і взагалі проговорюються всі ці питання вже більше року. І я вам хочу сказати, що більше року займатися цим питанням тут –
такої гарячкості і дійсно такої якоїсь експресивності не повинно бути. Тут має бути якраз розміреність і головне – досвід. Тому я вам дуже дякую, що зателефонували, але повірте, що кожен з депутатів Київської міської ради абсолютно доповнює один одного і переконана, що якраз ось про це доповнення одне одного можна сказати, якщо говоримо про постійну комісію з питань саме торгівлі, підприємства та регуляторної політики, тому що не тільки має бути поспішність, але й розсудливість. Дякую вам дуже. 223-0971, будь ласка, телефонуйте далі з вашими запитаннями. І, до речі, також маю наголосити, що пан Сергій є заступником голови, а не головою цієї комісії. Пан головою є пан Олександр Бродський. Пане Сергію, я хочу продовжити з приводу Подільського району якраз. Яким чином там можна ось цю от, ось цей приклад з історичними будівлями, яким чином ви там збираєтеся вирішувати це питання? Тобто ви збираєтеся позбавляти будинків статусу пам'ятників архітектури? Чи яким чином взагалі? Во-первых, это не функция депутата позбавлять или... Это не законодавча, да. Это законодавча функция. Ну, существуют специальные органы, которые все это делают. Второе, я киевлянин, и для меня исторические здания, они для меня тоже очень важны. И я, безусловно, хочу, чтобы они были. И важно, чтобы они были в хорошем состоянии, важно, чтобы они украшали наш город, и важно, чтобы туристы, да не только туристы, мы сами могли этим радоваться, и к нам приезжали, это все видели, да? Так. Это первый момент. Поэтому здесь надо, ну, как все в жизни, оно должно быть в балансе. То есть если мы слишком много позапрещаем, и попринимаем таких решений, что вот это вот историческая будивля, да, у нас почему-то вот тренд сейчас идет в сторону того, что надо все это забрать у частных собственников, ну, если они, если это все в частной собственности, так, так, так. И вернуть там или в город, или государство. Но я считаю, что это путь Вы не такой, в никуда. Такой думки. Ну, посмотрите, у государства и у города, тех же коммунальных предприятий, у нас там, не помню, 400, по-моему, порядок такой, да? А государственных предприятий по стране у нас там на тысячи речь идет. И они, как правило, все или убыточные, или там еле концы с концами сводят, или вообще в состоянии таком амебном. То есть то существует, то не существует. Ну, то вы имеете на увазі, что приватные руки смогли бы сделать больше користи? Дело в том, что надо найти нормальное партнерство государства и частного интереса. Если частный собственник приобрел историческое здание, не надо к нему относиться как ну, какой-то там акуле капитализма, что у него только мысль, чтобы это все снести и там поставить какую-то коробку. В конце концов, если это здание историческое, оно уже имеет свою капитализацию, свою ценность. И надо быть ну, полным глупцом, чтобы... Ту ценность знищити. Да, эту ценность, которую ты имеешь, взять и уничтожить. Нужно, наоборот, найти моменты, как бы государство могло помочь вот этому частному инвестору, который является... так скажем, собственником этого помещения. А помочь зачем нужно? Потому что на этого собственника накладывается куча ограничений, чтобы он поддерживал... Тобто треба працювати всупереч, а не разом, правильно? Да, но у нас часто, и вот этот тренд в последнее время, что вот требовать какие-то новые условия, да, там, новые ограничения. Ви бачите от зараз шлях того, щоб із допомогою там підтримки, можливо, депутатів місцевих рад і законодавчо, а все-таки бізнес і підприємництво почало працювати не всупереч, як це зараз відбувається, а все-таки разом з державою і разом з, в одному потоці з цим законодавством? Ну, ви знаєте, как раз местной власти и местным депутатам достаточно сложно в этом деле там, серьезно помочь, по большому счету. Что я имею в виду? Подавляющее большинство этих вопросов, оно регулируется национальным законодательством. И
вся вот эта речь наша о децентрализации, да, я пока не слышу о реальной децентрализации. А реальной децентрализации, я считаю, это реальная автономия бюджетов муниципальных образований. Угу. Что имеется в виду? Если возьмем мы, например, Соединенные Штаты Америки, там практически все налоги имеют составляющую федеральную, так, и составляющую там штата, города. Местцеву. И так далее. Местную, да. И в зависимости от той политики, которую проводят местные органы власти, угу, там или эта составляющая этого налога больше, или меньше. Да? Так, так, так. С помощью этого они или привлекают к себе бизнес, да, или говорят, ну, у нас, ну, к примеру, там город Нью-Йорк, да, там нету проблем с бізнесом, з людьми там. І а так, тому що вони використовують много власні кошти так на свої власні потреби. Ви це маєте на увазі, правильно? Так, пане Сергій, я вам дуже дякую. От якраз ми завершимо з вами розмову на тому, з чого вчора почали розмову. Вчора почали говорити про те, що досить велику частину ПДФО ми віддаємо так до центрального бюджету. І от досить така гарна тенденція, що починаємо про це говорити, тому що, можливо, в цьому році будемо сподіватися, можливо, що зміниться. І ми зможемо саме наші кошти використовувати так, як це має бути. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую дуже за розмову. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції об'єднання «Самопоміч» пан Сергій Башлаков. З вами прощаємося до завтра. Завтра на зміну побачимося з вами у прямому ефірі громадської приймальні о 13:10. До зустрічі.